Более того, как сегодня посчитали независимые аналитики, применив метод известного математика Сергея Шпилькина, за Путина на этих выборах могли быть вброшены до половины голосов. Об этом, а также о том, какие еще выводы можно сделать из официально доступной электоральной статистики, мы поговорим с Романом Удотом, экспертом по наблюдению за выбором. Роман, здравствуйте. Спасибо, что снова в нашей студии. Добрый день. Да, и действительно, все данные открыты, источники, оказывается, можно сделать очень интересные выводы. Мы с вами обсуждали, да, перед эфиром, чтобы подготовиться хорошо. Давайте тоже расскажем нашим зрителям, что же эти за механизмы, когда сейчас власть рапортует как раз об очень высокой явке, да, беспрецедентной явке на эти выборы, оказывается, за ней могут как раз манипуляции скрываться. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Мы уже начинали показывать на больших экранах большие фальсификации в первый же день голосования, потому что, в отличие от результатов, явка нам известна с самого начала. И с самого начала мы показывали в этой прямо студии, как ее рисуют в разных регионах, целыми районами, целыми республиками. Угу. Это был первый день. Теперь у нас уже есть полные картина, три дня, да. Полная картина дня, и мы даже обнаружили, как они потом пытаются спрятать, замаскировать то, что они рисуют. Посмотрим. Первые два дня, да, они третий день оставляют на фальсификацию, на сокрытие улик, если можно. Давайте Кемеровскую область, да, вы хотели показать? Да, я думаю, что ее стоит показать. Это один из знаменитых электоральных султанатов, и мы. Там всегда. Давайте объясним, если кто не знает, султанаты, где голосуют всегда за массовые и за власть, да. Ну, скажем так, там сфальсифицированы выборы, максимально сфальсифицированы. Ну, не голосуют, а точнее рисуют. Рисуют, сбрасывают, каруселят. Да. Мы иногда, например, в Чечне даже опасно ездить, чтобы узнавать, что там происходит. Там 98,9 Путин. Возможно, но мы видим на электоральных графиках, мы видим абсолютно аномальную. Давайте посмотрим, да? Естественно, да. Вот я сейчас как раз хотел показать нашу любимую Кемеровскую область. Если увидите вы эти наши такие полосочки здесь, это как раз и есть то, что мы называем аномально. Вот видите, какие ровными рядами УИКи выставляют свои результаты. Если хотите, я объясню, что каждая точка — это УИК. Они расположены по порядку номеров, то есть это соседи. ЦИК так нумерует свои участки, что они оказываются рядом с одинаковыми номерами. А потом вышестоящая комиссия задает план. Вот, допустим, ТИК Новокузнецка дала план 50%. И они сделали. И все как и один. Все, каждый УИК. Сделали, да, у всех одинаковый результат. У всех одинаковый, так не может быть. Да. Если вот у соседей в Прокофьевске есть разброс, у соседей слева в Новокузнецке есть разброс, то в Новокузнецке нарисовано по линейке, не отрывая пальца от калькулятора. И эта традиция продолжается. Они отрапортовали в 15 часов первого дня, они отрапортовали, как видите, в 8 часов вечера первого дня. Потом они забыли порисовать в 3 часа дня следующего. Но к вечеру они спохватились и опять нарисовали. В этот раз сколько они там вы... Этот раз было 86 у них. Уже надо было 86. Ну, каждый день растут, должна же явка расти. Но потом происходит самое хитрое. Они третий день не фальсифицируют. Они оставляют это для маскировки, потому что, естественно, приходящие люди, ну вот так они приходят, 10 часов, 12, 15 и вот 18. Видите, они приходят в разнобой, и эта вся рисовка, все эти шеренги скрываются за реальными голосованиями людей. И если бы у нас не было динамики вот такой по дням, мы бы это никогда не нашли. Но, к счастью, наши специалисты парсят, собирают данные регулярно. Мы их поймали 15 часов, 20 часов, на следующий день 20 часов. И теперь самое интересное, что если мы посмотрим, как был, какой был результат вечером второго дня и вечером третьего дня, мы видим, во-первых, разброс, но мы видим, что разница составляет порядка 9-10% за один день. То есть за три дня это 30%. Но, господа, никак не 90. Не бывает такого. То есть у нас на экране доказательство того, что в Кемеровской области явка завышена в три раза. Вместо 30% за три дня они нам нарисовали вот прям почти под 100. Да. И в этой явке скрываются как раз манипуляции, понятно. Да, и мы нашли их благодаря вот этим рисовочкам, благодаря этим
исполнительным комиссиям, которые рисовали угу. все как одна. Это надо еще сказать, что мы говорим про бумажные, конечно же, бюллетени на 80%, да? Я не знаю, я не помню. Да, вообще ДЭК придуман для бунтарских городов. Дистанционное электронное голосование. Это мы сейчас туда перейдем. Да-да-да, еще. Да. Но в Кемерово это электоральный султанат. Да, поэтому они там не для этого, да. Они не забавят. А давайте посмотрим как раз на тот самый знаменитый график Шпилькина, да? Да, кстати, да. сейчас мы закончили с большими фальсификациями да. по явке, и тут же начали поступать данные по результатам. И весь интернет сейчас бурлит. Вот то, что половина голосов... Да. Это вот началось с «Новой газеты». В принципе, мы все пользуемся одним и тем же массивом данных. Просто кто-то более красиво делает, кто-то более интерактивно, кто-то еще как-то. Но, в принципе, мы все сходимся вокруг этих цифр. Вот мы должны понять, что это более-менее оценочный способ. Да. И когда мы берем... как вам сказать... Так устроены фальсификации, что люди либо вбрасывают, явка растет, либо каруселят, явка растет, либо приписывают партии власти или кандидату власти, явка растет. Все фальсификации связаны с ростом явки. Да. И, естественно, возникает предположение, что уики с низкой явкой являются честными. Даже не будучи там, мы подозреваем, что вряд ли кто-то будет фальсифицировать в минус. Все фальсифицируют в плюс. И мы тогда говорим, окей, хорошо, давайте посмотрим нижнюю часть. Вот мы берем график Шпилькина, так. и вот эта часть, нижняя явка, вот здесь у нас явка, это низкая явка, 30, 40, 50. Как раз то, чему можно доверять более-менее. Ну с определенной да, долей вероятности. Да. Видите, вот этот скачок, вот эта ступенька. Да. Все мы слышали, это 70%. Все мы слышали, что задавали план 70 на 70, 80 на 80. Вот как люди старались, как мы называем, натянуть за 70, забросить все участки за 70%. Вот это растет плавно-плавно, потом здесь они все перебрасывают дальше. И можно считать это точкой отсчета, точкой отсечения честной зоны от нечестной зоны. Нечестная красная. Я, и, скажем так, вертикально это вся, в эта зона подозрительная. Мы берем эту зону честных участков и определяем там процент доли путинских голосов. И смотрим, насколько она искажается в нечестной зоне. И вот как раз искажение — это и есть красная часть. И красная часть, если мы посмотрим, она составляет треть от голосов победившего кандидата. И победившего ли вопрос? Потому что треть — это достаточно большой кусок. Если мы возьмем его официальный конечный результат 76,2, то треть — это 22 миллиона голосов, о чем сейчас говорят мои находки. Это, кстати, интерактивный график, который вывешен в интернете, и каждый может сделать свою находку. У нас ссылка интерактивная, да. Да, я думаю, что у вас будет на канале ссылка, и каждый может посмотреть свои регионы и построить собственный личный график Шпилькина. Во-вторых, у «Новой газеты» получилось 31 миллион, это, можно сказать, оценка сверху. У нас 22 миллиона. Еще один коллектив под руководством учеников Шпилькина, он тоже получил 22, сейчас я видел этот данный опубликован. Это у нас сейчас была такая космическая гонка, кто быстрее добудет результаты и насколько они точны. Но, как видите, все сходятся в как этом... Как минимум 22 миллиона. Да, от 22 до 31 миллионов это массовая фальсификация, это массированное преступление. Как говорится в законодательстве, невозможно установить волеизъявление граждан. И в таких случаях выборы вообще должны отменяться. Это все-таки... треть и это идеальные половина. Условия, да. Да, и, кстати, этот график еще помогает нам показать еще одну фальсификацию, если мы посмотрим. Если вы обратите внимание на эти странные пики, слева в честной зоне пиков таких нет. Справа вдруг мы видим 70%, 75%, 80%, 85%, 90% и 95%. Это так называемая пила Чурова, когда как зубья пилы на ровных диапазонах рисуют комиссии результаты. Дело Чурова живет. Да. Так, ну что, мы хотели еще с вами сказать, что это показывает нам, что рост явки влияет и на рост победившего кандидата. Это говорит, что это зона больших тотальных фальсификаций. Да. А вот то, что в Петербурге как раз мы хотели подготовить, кстати, чем да, ниже этот, явка, тем... Да, этот комплекс, достаточно, этот инструмент, он комплексный, да. Здесь можно всякие вещи смотреть. Если я перейду, например, сейчас к городу Санкт-Петербургу, да.
Это уже другая диаграмма, она называется диаграмма рассеяния. Каждая точка – это участок. Результаты Путина здесь. Результаты Дованкова, кстати, вот они. И результаты Харитонова здесь. И интересный факт. Если мы присмотримся к результатам Дованкова, они в низких явках, которые мы предполагаем честными, в этих вот УИКах, они порядка 11-15%. Вот его облако. Но стоит зайти ему за те критические 70%, которые мы определили как подозрительные зоны, у него резко падает. Чего, кстати, вот с Харитоновым не происходит. Обратите у Харитонова внимание. Все стабильно. Харитонова никто не отнимал. Да. У Дованкова на высоких явках начали отнимать и опустили его, ну, порядка там до 5%. То есть то, что говорили опросы Надеждина, по-моему, Максима Каца, что вот Дованков это 10%, Дованков это 15%. Здесь видно, как они у него украли их на сфальсифицированных участков. Угу. И интересно, я уже закончу тогда Москвой. Да, давайте вот Москву. Москва посмотрим. Хороша тем, что ЦИК публикует эти данные без ДЭГа. Так уж они там хитро придумали прятать свой ДЭГ в единую территориальную комиссию, что они здесь мы видим бумажные голоса, и мы видим, я бы сказал, идеальное распределение. Да. Мы не видим огромной явки сфальсифицированной. Мы видим вся нормальная явка бумажными бюллетенями. Она находится в районе 35-40%. Дованков наш прекрасный имеет порядка 20% здесь на бумаге. В Москве. Мы как раз говорили о том, что бумажное голосование, оно более честное, оно верифицируемо, оно контролируемо. Как видите, ни явки мы не видим аномалий, не видим мы аномалий ни при ступеньках, при росте. Угу. Мы ничего, все красиво, как и должно быть. Но приходит ДЭК. 70% примерно, да? Да, примерно 70% к концу третьего дня проголосовало москвичей через ДЭК. И электронное голосование. Рушится. То есть мы видим два главных вывода из этого, что, во-первых, явно во время повышения этой явки, особенно ее пиков, происходят какие-то манипуляции, а во-вторых, что ДЭК, конечно же, тоже выполняет свою функцию. ДЭК, это... мы видим, как воровали голоса у Дованкова, да. Тут, кстати, можно... Пользу разные... Харитонова. Пользу... Мы не знаем. Или Путина. Да, или Путина, потому что мы не видим, что у Харитонова что-то вообще меняется. Ну, у Дованкова резко в Санкт-Петербурге и в других городах, и там смотрел, резко ступенькой уходит вниз его результаты. Да, вот это как раз, да, собственно. Да, вот здесь мы видим вот эта ступенька, как раз критически 70%. После 70% все меняется. Понятно. Это очень интересно, и зрители действительно смогут с этим ознакомиться. У нас ссылка в описании, там это действительно любопытно. И мне потребовалось минут 20 разговоров с вами, я во всем разобрался, но вы послушали наш разговор. Когда своими руками это все поделаешь, можете уже попробовать тоже. Проще, спасибо, да. Роман, большое, что уделили время для этого анализа. Это очень важно. Роман Удод, эксперт по наблюдению за выборами, был сейчас с нами в студии.